только что закончила примерку своих костюмов. Только что. Меня просто жестко рубит. Я еле стою на ногах. Но все эти образы вы скоро увидите на главном канале страны. И ради этого, ради вашего удовольствия эстетического, я готова не спать. Реально. Проделать, блин, 7 утра. Пожалуйста, можно мне просто взять на ручки и отнести в кровать? Иначе просто вообще закрою глаза и усну прямо здесь. До завтра, мои хорошие. Я вас очень люблю. Просто расскажи мне, кто ты. Давай заполним все пустоты. Не потеряем ни минуты. Ты просто расскажи мне, кто ты. Просто расскажи мне, кто ты. Ты без дел. Я удаляю обещания. Это всего лишь слова. Пока ты без дел. Я так устала ждать дрова. Я снова все могу сам. Феромоны касаются. И кажется, нам это нравится. Наши желания кусаются. И дважды за ночь не счастлива. Расскажи мне, кто ты. Давай заполним все пустоты. Не потеряем ни минуты. Ты просто расскажи мне, кто ты. Просто расскажи мне, кто ты. Давай быть и не казаться. Обнимать и не касаться. Пускай они пускают слухи. Наш винтаж груди не для показухи. От серого до алого. Офигеть. Это мне? Это вам. Серьезно? Обалдеть. Это Ольга. Боже. Спасибо, боже. А ваза есть? Ваза есть. А давайте сюда поставим. Боже. Обалдеть. Я впервые вижу столько букетов. Итак. Каких размеров? Все бывает когда-то первый раз. Куда поставить? Не знаю, нужно Антона попросить. Антон, помоги. Давайте сюда поставим. Заходите, ставьте сейчас. Так, ну что, голос уже с каждым днем все лучше. Я приехала на репетицию готовиться к завтрашнему концерту в Иваново. Сейчас будем разводить всю программу. Конечно, будет чуть меньше народу, естественно, потому что это шоу нужно адаптировать под гастрольный тур. Я говорила, что то, что происходило 4 июня, происходило только 4 июня. Вот. Ну а завтра у меня концерт, выступление в Иваново. Мы очень ждем этой встречи с вами. Я очень жду. Жду вас. Будем танцевать под Бузову. Вот она я. И сейчас прямо будем танцевать уже в зале, чтобы завтра показать топ-левел, как всегда. Девушка? Да? Можно с вами познакомиться? Я не знакомлюсь, не отвечаю в сторис. Послушай, мальчик, тут таких тачек. Завтра будем этот трек петь? Да. Давай порепетируем. Давай, уже пора. Так, ну что? Да, да, я просто нас хочу. Завтра состоится шоу «Вот она я» в Иваново. Это первый город после Москвы, куда мы поедем. Поэтому Москва, кто не был, тоже приезжайте, потому что ехать 4 часа. Арамчик, сколько ехать до Иваново? 4 часа. 4 часа. Так что вы можете успеть. Если что, я не знаю, билет оставить или нет, кидаю вам ссылочку на билет. Какая красота за окном. И у окна красота. И за окном. Посмотрите, какой дождь. Это не слезы, это просто вода.
Мы тут до сих пор в зале уже 2 часа. Танцы на слезах, малиновый закат обжигает твой взгляд. Танцы на слезах, эти танцы на слезах, и на губах соль. Я не чувствую боль. Это игра в центре ринга, растает как дым, растаем и мы. Успеть все, чтобы вы понимали, я даже не ела. 4 часа от танцевали всю программу. Сейчас я приехала к Ирочке. Перед отлетом хочу сделать еще раз 3-ю процедурку плазмолифтинг для лица и для кожи головы, для волос, для роста волос. Плюс нанесем, наверное, мы еще ПРХ сделаем, и баджи, уходик, ну там. Иришка сама знает, что делать. Самое главное, что плазма, да, чтобы что она дает? Блеск кожи, улучшает ее состояние. То есть берется кровка из ручки и обрабатывается в центрифуге, и плазма наносится на лицо и на голову. Так что полечу красивая. Ну, естественно, будет нормальная прическа, а не made by Ольга Бузова. Нет, Антонио Бандерас просто приехал ко мне в пижаме, типа, с намеком на что, что мы будем всю ночь тут собираться. Прощай, прощай, со всех вокзалов поезда уносят в дальние края. Подожди, ты должен плакать, что я уезжаю. Прощай, прощай. Ребята, вы не представляете, что здесь происходило буквально еще пару часов назад. Number one, two, тут еще не до... 4. И еще много надо подсобрать. Фью, фью. Соня! Что ты нашла? Какое-то шматье нашла. Красивое? Не знаю. Давай потом смотреть. Покажу. Нет. Нет? Давай. В общем, сборы, 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 потому что завтра времени не будет. Завтра я даю шоу в Иваново. Собираемся сегодня ночью. Ко мне приехал мой врач. Сейчас мы будем делать витаминную капельницу для сил, для энергии. И купальники будут показывать, демонстрировать модель Victoria's Secret Антонио Бандерас и Санидзе. Я пошел впереди.
Потому что мне осталось собрать купальники. Вылетите. Не, главное попросила ченнелить, она мне такую кружку сделала. Как бы... Как бы с очень говорящим названием. А это очень крутая штука. Это лимфодренаж, да, Леша, да. Это вот делается очень хорошее. На площадке. Посмотрите. Какая гримерочка. Организаторы так постарались. Так. Туалет есть? Сейчас посмотрю. Да. Посмотри на себя. Ты ж супер. Класс. Жду команду. Команда едет на другой машине. И у нас должен на час уже саундчек. Потому что в 7:30 спросят, мы начнем уже наше шоу. Я жду. Строй себя кого угодно. Я не покупаю, значит не продано. К телу нет доступа, девочка гордая. Ты искал идеально, вот она я. Твоя роковая ошибка, вот она я. Твоя роковая. Спасибо вам большое. Боже, я так скучала по таким поездкам. Я бесконечно счастлива. И я очень надеюсь, что сегодня вы тоже получили невероятное удовольствие. Что будет сейчас происходить? Я улетаю завтра надолго. И сейчас формируется график туров с шоу «Вот она я». Завтра выложу отдельно пост. Всем, кто заинтересован, всем организаторам, пишите, пожалуйста, РАМ, кидаю ссылку. Мы готовы. Я знаю, что вы тоже. Шоу «Вот она я» живет, живо и будет жить. А Иванову огромное вам спасибо, что после такого невероятного успеха в «Крокусе» я смогла зафиксировать нашу программу и понять, что мы люди всегда. Раз, два, три. Иванова!
Опоздаешь сейчас? Да, опоздаем на Так, держите, спасибо, чтобы не засохло. Спасибо, все, огромное. Ребят, простите нас, нам Алена. Надо. Все, 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 все. Я подарила билет, а то я не хотела.
Я очень пунктуальная. Пунктуальность — вежливость королей. Я всегда об этом говорю. И всегда приезжаю заранее. Но сегодня что-то пошло не так. Дело в том, что просто вы меня не отпускали. Я не хотела от вас уезжать. И в какой-то момент уже понимаю, что уже 22 с чем-то, а поезд был в 22.40, да, Рамчик? 22.40. Да. Мы садимся в машину, и водитель нам говорит: а мы не успеем на поезд. И я могла спать, но мы едем в Москву на машине. Долго будет, не очень удобно, но это вообще ничего по сравнению с тем кайфом, тем счастьем, которое я сегодня испытала. Благодаря вам, потому что это наша общая синергия. Это все общий вайб и общая атмосфера. Иванова, не отпускайте меня. Мои люди всегда со мной. Я не боюсь того, что будет завтра. Я знаю, что станут за меня горой те, кому и сердце голодит остатно. Мои люди всегда со мной. И хочешь выглядеть более-менее прилично. На помощь приходят золотые ручки визажистов и парикмахеров. Не говори никогда мне.
прошу лет. Ты все играешь в куклы, ты мочишь воду, а я мучу не с теми. Мы тратим время, он глазами синими. Меня влюбляется, мамочка, спаси меня. Он мне так нравится, буду для него сиять. И будь я ярче ночи, он меня захочет. I'm baby tonight, я baby tonight. Девочка, ночь меня. Мои хорошие, у меня реально дилемма. Мне подарили две пары очков в дорогу. Я вот не могу понять, какие мне больше идут. Смотрите, первые, вот вторые. Стильные. Перед отлетом всегда накапливается столько дел, столько встреч. Всех нужно увидеть, раздать поручения, подписать какие-то бумаги, поговорить про бизнес, про бренд мой, Wildberries. В общем, голова идет кругом, если честно. И как все уложить за 2 часа? Потому что у меня реально 2 часа на все про все. Но ничего, я привыкла к такому графику. Самое главное, что все собрано, чемоданы собраны, билет на руках. Не опоздать на самолет нет ни в коем случае. И Москва, начинаю с тобой прощаться. Я так еще не улетала на такое количество времени. То есть меня не будет в России 1,5 месяца. Не будете скучать. Я буду. Ну что, я, как всегда, приезжаю первая. Первая. Просто первая. И сейчас у меня будет конвейер важных людей, важных и вопросов, которые нужно решить перед отлетом. Жду. Я видела, как ты ко мне бежал. Ты что, такая красивая, юбе. Я просто, видишь, с укладкой, как натурель. Как вся красивая с укладкой. Ой, привет. Приехала проводить. Да. Наконец-то. Наконец-то. Надолго. Так, ну что, рабочие встречи продолжаются. Приехал проводить. Да. Не мог не вручить. Baby Tonight, да. Новая коллекция. Ольга... Да, новая коллекция Ольги Бузовой дизайн. И скоро, на следующий день, мы вас так удивим. Вообще, лучший бренд ever, потому что сделано in Russia with love from Lady Boo. Паш, давай. Все, удачи, себя. Удачи в Африке. Да, удачи. Кстати, хороший фильтр. Да, он не съезжает. Спасибо большое, чайки, ласточки. Люблю вас очень сильно, буду очень скучать. Сегодня обедаю на чайке, решаю рабочие вопросы в такой прекрасной компании. Моя девочка Джулия. Давай быть и не казаться, обнимать и не касаться. Пускай они пускают слухи, наш винтаж груди не для показухи. От серого до алого. Мои девчулечки, мне очень приятно ваша активность. Сама не могу определиться и периодически обращаюсь к вам за помощью. Вот мнения разделились. Кому-то нравится первый вариант, кому-то второй. Но, конечно же, я прислушаюсь к вам. А еще кидаю вот здесь ссылочку, где вы можете заказать такую вот красоту. Как раз лето, поездки, путешествия, прекрасные цены. А, вы знаете, наверное, я возьму и то с собой. Алло, алло, я больше недоступна. Уже большой, ты все играешь в куклы. Ты мутишь воду, а я мучу не с теми. Мы тратим время, он глазами синими меня влюбляется. А кому я напоследок залетела перед самолетом? Есть идеи? Просто уже цигель-цигель. Через 40 минут надо быть в аэропорту. On avance au loin, on vise les sommets, on veut des louer, louer, louer. Моя маленькая кнопочка. Сколько я не видела. Чего? Чего, мокрый нос? Ну все.
сейчас плакать буду. К папе приехала. К Евочке моей. Евочка. Буду скучать. Ну, что, как бантики подходят под костюм. Ой. Самая лучшая собака в мире. Евочка. Кому вкусняшку? Кому вкусняшку? Ты нормально вообще? Ева, это тебя папа так научил? Еще хочешь? Ну-ка. Подожди, она что-то быстро съела. Голос. 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 Блин, так, дайте ей. Голос. Ну-ка. А ты не видела, как ну-ка. Она... Ура! Ничего себе! Ева, ты вообще нормальная. А как она редиску ест? Как она огурчик? Там, кто там? Тетям. Папа. А, у меня кодовая кличка Папа. Папа. Провожает меня. Папуль, я буду скучать. Я буду скучать по Елочке. Ну, по Елочке. А давайте я ее пришлю посылкой. Смотрите, мы самые красивые женщины. Евка и дочка. Ну, правда, еще и жена есть красивая. И еще младшенькая. И красивая. Младшенькая есть. И мама хорошая у нас. И мама красивая. Хорошая у нас, да. Блин, я в цветнике, да. Ну все, вот я. Вот свезло, так свезло. Лечу в аэропорт, Евочка, тебя оставляю папе. Папуль, видео да, каждый да. день мне, Евочки, ладно, пожалуйста. Ну, все зареванное, пипец. Да ладно. Да, твоя роковая ошибка. Папа меня как в лагерь провожает. Вот она и я. Все, мы мчим. Курю. Айкос из твоих чувств. Твой номер. Game over. Я больше не хочу. Вот она я. Папуль, ну ничего. А все спрашивают, в кого у меня голос хороший. Все, пока, папулечка. Наконец-то. Наконец-то. Так, ну рум-тур, наверное, будет чуть позже. Сейчас мне нужен душ. Ну, после душа я себя чувствую просто другим человеком. Сижу на балконе своего невероятного отеля. Рум-тур вообще сделаю чуть позже. Сейчас хочу поехать в одно место. Ну, и когда до туда доеду, уже наконец-таки я расскажу, где я. Ну что, я еду на встречу приключениям. Follow me. Ой, а когда снимаешь, не слышно, да? Слышно, оно как-то не включает. Сейчас. Я больше недоступна, уже большой. Ты все играешь в куклы, ты мутишь воду, а я
время. Он глазами синими меня влюбляется. Мамочка, спаси меня, он мне так нравится. Буду для него сиять, его сияющей ночи. Он меня заручит. Это круто, солнце! Ты прыгаешь в лаву, я ловлю, я ловлю. Слова скажут сами, I love you, I love you. Ты прыгаешь в лаву, я ловлю, я ловлю. Меня заносит, я не рулю. Ну все, я не могу больше сдерживать эмоции, мои хорошие. Я в Кейптауне. Одна из столиц ЮАР. Есть Кейптаун, Претория и Йоханнесбург. Я в Кейптауне, и я так счастлива, что я снова здесь, потому что это то место, знаете, когда здесь побываешь однажды, ты обязательно возвращаешься. Вот наконец-таки я вернулась. И такой был сложный перелет, почти 20 часов. Просто заехала в отель на a little small shower. И уже прямо сейчас у меня прекрасный обед с таким видом. Посмотрите на океан. Ну что может быть прекраснее? Если обедать в Кейптауне, то только так и вот с таким видом. Боже, боже! Просто почувствуйте атмосферу, мои хорошие. Доступно, уже большой, ты все играешь в куклы. Ты мутишь воду, а я мучу не с теми. Мы тратим время, он глазами синими. Поедет в Кейптаун, хочу рассказать, где я сегодня обедаю. Место называется Бунгало. Потрясающий рыбный ресторан с видом на Атлантический океан. И очень повезло, потому что сейчас вообще-то в ЮАР зима. И буквально 2 дня назад здесь были дожди. Но прилетела я, вышло солнце. С утра было 12 градусов, сейчас ну где-то approximately, может, 15. Но на солнышке прям хорошо. Так что имейте в виду, шикарное местечко, шикарным видом, вкус устрицы просто божественный. И очень крутая атмосфера. Самое главное, компания, конечно же. Моя, мой Кейптаун. И этот вид. Но это ни с чем не сравнится. Просто. Я готова просто, мне кажется, круглосуточно снимать. Я дышу, это закат. Закрываю взгляд рукой. Твои губы по щеке. Стой, мысли в голове. Стой, я набираю. Фразы, фразы, будто в тумане. Разве, разве так сносит крыши любовь? Это любовь. Я поставлю время на стоп. Руку на стол, вещи на пол. 18 плюс ломов. 18 плюс, you know.
но условно. Наш поцелуй не сувенир, как магнит на холодильник. Мой был. Это больше, чем на ночь. Это крепче, чем на скотч. Это выше, чем ты можешь представить. Тут с аэропортов не летают. Твой взгляд задел до дрожи. Это на меня так не похоже. Сбились точки координаты. Мы выключим рассвет. Закрыть глаза. Поцелуя выхода нет. Только с головой в любовь рискуем. Разами, мятами играем. Кажется, влюблен. Приезжаю в отель после обеда, и сразу же такая красота. Так, миссис Бузова. О, сейчас открою, прочитаю. Открыла. Dear Mrs. Boozer, welcome to the Mount Nelson. Wish you a memorable stay with us. Should you need any assistance in making your stay more enjoyable, please contact of the guest. Experience managers. Oh, thank you, Stefan. Я завтра расскажу вообще, в каком месте я сегодня. Но это просто... Thank you very much. Thank you. Ну, это просто что-то. Это самый, чтобы вы понимали, самый древний, самый старый отель ЮАР. Колониальный. Смотрите, какой у меня вид. О май гад. Таким видом собираться на ужин – это сплошное удовольствие. Хочу быть красивой сегодня. Пятница. Ну что? Как собраться быстро, когда ты не умеешь краситься? Вчерашняя укладка, сухой шампунь, чуть-чуть лака, стрелки, блестки, помада и все. I'm ready for dinner. Я не знакомлюсь, не отвечаю в сторис. Послушай, мальчик, тут таких тачек огромный мегаполис. Я не знакомлюсь.
ворвемся в эту пятницу. Ворвемся в эту пятницу. Так. Прекрасный Джордж. Моя девочка на Кейптаун. Так, расскажи, куда мы пришли? Мы пришли в отель Gorgeous George. Великолепный Джордж. Так. И мы отправляемся на самую крышу, наверх, в ресторан. Можно поесть будет, да? Можно будет поесть. Смотрите, ребята, тут красиво, такая атмосфера нереальная. Сейчас покажу. Так. Вот этот вход. Такая улица. Тут немножко холодно. Мои мурашки дают вам понять, что здесь, правда, холодно. Но очень круто. Я в Кейптауне второй раз, но каждый раз как в первый. И в этот раз я узнаю этот город уже по-другому. Уже, знаете, так, новые места, уже осознанно, уже спокойно. Поэтому follow me. Ну, в общем, я на крыше. Это ресторан Джорджи в отеле, как все же? В отеле Gorgeous George. Ресторан Джорджи. Мы прям реально сидим на крыше. Атмосфера топ. Я не буду снимать других людей. Я ж не крыса, как у некоторых. Но здесь, в общем, такой вайб офигенный. Играет диджей. Все сидят уже. Уже покушали. Все обнимаются. И атмосфера просто нереальная. Мы, в общем, заказали рыбу на пару. Первый раз за долгое время я просто выключила телефон, выключила будильник и проснулась от того, что просто проснулась. Да, мы хотели немножко пораньше выехать, но высыпаться тоже нужно. И погода какая в Кейптауне. Обещали дожди, прогноз погоды. Я взяла с собой свитера, как мне Ксения сказала, бери с собой свитера, шарфы. В итоге свитера.
солнце, я пью кофе, и мы едем на обед. Так, ну что, мы выезжаем на обед. Кейптаун такой удивительный. То солнце, то дождь. Мы с другой стороны Столовой горы сейчас. Так, а мы приехали на самую старинную винодельню в ЮАР. Как, Ксюша? Грут Констанша. Грут Констанша. А я живу вот там, да? За Столовой горы. Да, горы. С другой стороны. Ой, как красиво, боже. No filters. Без фильтров. Смотрите, какая красота. Можно просто так снимать и все. Знаешь, небо. Ой, как круто. Боже, это же просто что-то невероятное. Вот такие ворота, смотрите. Грут Констанш. Может, даже пока на порт висит. Нормально. А нам туда? Мой хороший, сори, что не так часто вам снимаю. Просто хочется наслаждаться, а не только в телефоне сидеть. Посмотрите. Это вот самая популярная винодельня в ЮАР. Тут немножко прохладно, у меня уже мурашки по всему телу. I suppose this is some church. Гулять. Самое, знаете, что приятно, что никто тебя не знает. Я очень люблю Россию. Moscow, miss you. Но прикольно, когда ты просто реально отключаешь мозг, и тебя никто не знает, и с тобой здороваются, и ты просто путешествуешь по разным местам, знакомишься с новыми ресторанами, людьми. Посмотрите, какой вид. Просто посмотрите, какой вид. Сейчас я сниму. Ну что, наш обед. О, вау! Thank you very much. Какая вкуснятина. Боже, боже. Просто уже в Африке, поскольку зима, 4 часа дня, там уже прям холодно. И мы пришли на вкуснейший обед после прогулки часовой. Замерзли, Ксюш. Класс, спасибо, Мир. Это сон, как будто остались детьми. Разожги огонь.
что? Я так яра, столько любовью прощалась с фанатами, что мы опоздали на поезд. Тири-тири. Ой, боже, как я счастлива, боже, какой это кайф, какая-то любовь. Мы впервые показали шоу «Вот она я» после «Крокуса» сегодня в Иваново. И я поняла, что шоу «Вот она я» жило, живет и будет жить. И пока я буду кое-где, мы будем формировать гастрольный тур. Пиши в комментариях, где вы меня ждете. И переходите в мою запрещенную сеть, там много сторис. Еду в Москву на часик. Реально на часик. Вот она и я. Любви ты приглашай, нежно прошу меня, обнимай. Baby, baby, tonight, hey, baby, tonight. Больше с другими ты не гуляй, не говори никогда мне прощай. Вот она и я.